Энергия 19 апреля 2024 года. Энергия дня. Вообще сам по себе день. Он такой вот очень интересный. Да? Здесь самое важное – это предупреждение. Никаких денежных манипуляций, операций ни в коем случае, потому что вас могут обмануть. И вообще нужно быть поаккуратнее. Могут обокрасть, как говорится, да? Но также в этот же день можно получить по вкладам, да, по вкладам не только денежным, но то, что вы навкладывали когда-то. Ну, когда-то вы хорошо улыбались, да, кому-то, вам подарили яблочко, ну, это уж так образно, да. То есть то, во что вы вложились, получите в этот день, да. Дальше, посещение медзаведения тоже очень хорошо, с целью стоматология, косметология, можно сдать анализы или пройти обследование. Дела любовные тоже очень даже таки замечательно на 19 апреля. По здоровью, знаете, самое главное, да, это золотая середина. Не перетруждаться, не переедать, не переотдыхать, найти, ну, золотую середину для себя, и все будет, ну, в этот день, в принципе, нормально со здоровьем. Ну, в принципе, все, да, то есть, как совет, это самое основное, все-таки никаких операций с финансами.